Всем привет! С вами Обучашка ТВ. И сегодня, как вы, наверное, уже поняли, мы будем с вами собирать кубик Рубик. Сегодня я покажу вам самый простой способ, на мой взгляд, по сборке кубика Рубика. Без всяких формул, каких-либо буквенных обозначений. Просто нужно будет запомнить алгоритм и все. Сразу уточню, что это видео для тех, кто совсем не умеет собирать кубик Рубик. Но не для тех, кто хочет на скорость, там за 10, за 15 секунд собрать его. Нет. Это, если вы хотите за 10 или за 15 секунд собрать кубик Рубик, то смотрите другие видео. А сейчас я научу тех, кто совсем не умеет собирать кубик Рубик. Итак, приступим. Начинаем разбирать наш кубик. Крутим, вертим в любую сторону, куда нам захочется, пожелается. Сколько хотим, как хотим, куда хотим. Так, ну, я думаю, достаточно, наверное. Итак, для начала давайте вам объясню. Потому что сама это тоже узнала только недавно. Итак, вот от того, какого цвета будет вот эта вот сторона, зависит кубик, который по центру находится, цвет кубика. То есть это будет желтая сторона, это будет зеленая, это, соответственно, белая, красная, синяя, ну и так далее. Вот. Собирают, как правило, с любого цвета начинают. Нам нужно будет собрать крест. Вот, чтобы вот здесь вот был, допустим, здесь желтый крест был, либо оранжевый крест. Какой хотите цвет выберем. Но давайте я выберу белый. Мне он как-то приятнее по цвету. И будем собирать белый крест. Сразу скажу, что лучше собирать крест на противоположной стороне. То есть, грубо говоря, вот здесь. Вот здесь белый находится, а собирать мы будем там, где желтенький кубик. Почему? Я вам потом объясню. Итак, приступаем. Собираем крест. Видите, у нас уже две стоят. Нам еще нужно... Так, вот еще один. Так, и сейчас мы еще один кубик с вами откуда-нибудь вытащим. Так. Сделаем мы вот такой вот ход. Вот, видите? У нас получился крест. Для чего мы собираем крест на противоположной стороне от вот этого белого кубика? Для того, чтобы... Вот смотрите, вот сейчас нам нужно, помимо креста, чтобы у нас еще были совпадения по вот этим вот кубикам. То есть, чтобы вот эти вот два кубика были одинакового цвета. То есть, если здесь оранжевый, значит, и здесь оранжевый. Если здесь зеленый, значит, и здесь зеленый. И когда на противоположной стороне собираешь, то их легче подбирать. То есть, смотрите, вот берем, ищем оранжевый к оранжевому. И теперь переворачиваем. Вот. Получилось у нас здесь белое, и здесь как нужно оранжевое. Ищем следующее. Вот видите, у нас уже синие соединены. Просто переворачиваем, и все. Так, красный у нас тоже уже. Вот нам как повезло, хорошо. Не нужно даже собирать. Так, и что у нас еще здесь? А, и зеленый, вот видите. Может быть, если он вот так вот бы стоял, мы бы опять его искали. Вот так вот подвели, и все. Так, и так у нас получилось. Здесь белый крест, как нам нужно. И здесь вот эти вот одинакового цвета, два кубика. Так, теперь наша задача собрать вот эти вот кубики, чтобы они были белые. И сразу скажу, чтобы собираем таким образом, чтобы и вот эта вот сразу сторона была одного цвета. То есть, грубо говоря, вот здесь вот кубик, чтобы был зеленый, все зеленые, значит. Здесь вот, чтобы все красные. Здесь, чтобы красные. Ой, синие. Так, итак, приступаем. Каким образом мы собираем? Вот смотрите, видите, белый и красный. Вот подводим, получается, вот этот кубик к цвету той стороны. То есть, смотрите, здесь красный и здесь красный. То есть, получается, если бы, грубо говоря, вот здесь стоял, то мы видим, что красный кубик, а здесь вот белый. Нам нужно белый, чтобы он на эту сторону встал. Берем, подводим к красной стороне. Потом на пол, ну, наоборот получается. То есть за угол поворачиваем, опускаем вот эту грань, куда нам нужно, чтобы он встал, вниз. И вот это в нижнюю
налево получается, и наверх поднимаем. И вот видите, он у нас встал туда, куда нужно. Теперь следующий ищем. Берем, вот видите, синий, отворачиваем на оборот, за угол поворачиваем эту левую сторону вниз, это поворачиваем сюда. Вот видите, он у нас встал туда, куда нужно. И теперь поднимаем наверх. Вот видите, у нас белые тоже все образовалось. Так, у нас остался один кубик. Вот видите, здесь зеленый. Ищем сторону с зеленым, то есть ориентируемся на центровой кубик, как вы уже, наверное, поняли. Вот здесь зеленый, здесь зеленый. Отводим на пол, на оборот, вниз, сюда. Вот видите, он у нас встал, куда нужно. И наверх. Все, смотрите, у нас все сложилось. Эти у нас одного цвета, как нужно. Так, теперь вот это мы собрали. И это теперь у нас будет низом. То есть мы всегда теперь ее будем держать вниз. Не наверх, не сбоку, вниз. Все, это мы определились. Мы собрали с вами низ. Теперь что мы с вами будем дальше делать? Нам нужно собрать второй ряд. То есть вот здесь сюда синий поставить. Сюда, соответственно, красный с зеленым. Вот, каким образом, я сейчас вам буду объяснять. Так, ищем сверху кубики. Так, видите, сверху они у нас, смотрите, как нам, у нас получилось. У нас все кубики, которые нам нужны, находятся вот здесь. То есть они просто стоят не на своих местах. Каким образом мы их будем вытаскивать? Вот, чтобы вытащить вот этот вот кубик, нам, ну, берем вот эту грань, поворачиваем наверх, эту налево, эту вниз. И теперь то же самое делаем, как вот первоначально мы с вами делали. То есть это, видите, зеленая сторона. Мы отворачиваем на полоборот, а на полоборота вниз, налево и наверх. И таким образом мы вытащили наш кубик. Вот видите? Синий с оранжевым. Так, давайте еще тогда сразу вытащим какой-нибудь другой кубик. Так, вот этот у нас тоже стоит не на месте. Давайте мы его вытащим. Вот. Каким образом? Таким просто поворачиваем налево. Так, вот тут получается правильно, если будет не налево, а от себя налево. Возвращаем обратно, переворачиваем. Получается, вот видите, синий как это, с этой стороны как нужно. Поворачиваем направо там, вниз. И как вот таким образом. Все. Так, мы вытащили еще один пока кубик. Сейчас мы их будем расставлять на места. Каким образом мы будем расставлять на места? Вот смотрите, давайте мы сейчас будем ставить вот этот вот кубик на место. То есть он у нас должен вот сюда попасть. Каким образом мы это будем делать? Смотрим, какая сторона цветом вот это вот сверху. Отворачиваем ее на противоположную сторону от того места, куда нам нужно, чтобы она попала. Теперь берем и таким же образом наверх, налево, вниз. И так же, как мы делали наше первое действие. Отворачиваем за угол, вниз и налево. И получается наверх теперь. И все, вот видите, наш кубик теперь сюда встал, куда нужно. Таким же образом мы будем делать все остальное. Так, что нам нужно? Нам нужно вот эти вот. Еще скажу, что вот, ну, с этой стороны, соответственно, нам нужно, чтобы желтые здесь были кубики с желтым цветом. Вот, видите, у нас кубики с желтым цветом здесь. Так, смотрите.
нам нужно фактически вот сейчас вот этот вот кубик зеленый с красным поставить как бы вот сюда. Но мы его сейчас сюда поставить не сможем. Почему? Сейчас объясню. Как бы поставить сможем, но у нас наоборот станет зеленый сюда, а красный сюда. Чтобы у нас был наоборот, все, то есть встал зеленый сюда, а красный сюда, мы сначала вот этот кубик поставим сюда, так как есть, потом опять его вытащим, опять сюда поставим, и опять потом поставим. Таким образом он у нас перевернется. Итак, приступаем. Вытаскиваем сначала наверх, налево, вниз, так, на полоборота, вниз, налево и наверх. Вот видите, как я и говорила, что он у нас встал тут так, как не нужно. Но сейчас мы сделаем то же самое, и он у нас встанет назад. Так, мы вот видите, вытащили его, и теперь он сейчас встанет у нас на место. Итак, еще раз говорю, как правильно. Вот видите, где он у нас? Вот он у нас. Перепутал немножко. Вот этот кубик. Кубик, вот он нам нужен, чтобы встал вот сюда. Красной стороной сюда, зеленой стороной вот сюда. Мы смотрим на то, что находится сверху. Поворачиваем этот кубик на противоположную сторону от той, куда нам нужно, чтобы он встал. Вот, то есть здесь красный, значит мы его красный. То есть если бы здесь был зеленый, мы бы повернули вот сюда. У нас красный. Теперь ставим его на место. От себя налево. На себя. Переворачиваем. За угол заворачиваем. Вниз. Налево. И вверх. Все. Еще один кубик у нас на месте. Так, что теперь у нас еще? У нас остался последний кубик. Где он у нас? Ага. А у нас тут такая же ситуация, что вот этот кубик сейчас у нас встанет синий сюда, а оранжевый сюда. Мы поэтому сейчас, я проделаю быстренько операцию, перевернем его. Так, вытаскиваю я его. Так, все. Где он у нас? Вот он у нас. Итак, вот видите, оранжевый и оранжевый. На противоположную сторону. Теперь от себя, налево, на себя. Переворачиваем за поворот. Вниз, налево, наверх. Все. У нас, видите, две этих полосы у кубика Рубика мы собрали. Теперь наша задача собрать сверху крест. Каким образом мы это будем делать? Для начала скажу, вот видите, у нас здесь получилось, что у нас есть полоска. Но бывают такие моменты, когда здесь просто один кубик, а остальные, допустим, грубо говоря, вот тут здесь желтый стоит, где-то в какой, вот здесь, допустим. А нам нужно будет сначала собрать угол. Когда мы собираем угол, мы будем делать такие же комбинации, что и я сейчас буду показывать вам. Потом нужно будет собрать полоску. А потом мы уже будем собирать крест. Скажу только так. Когда вот у нас угол, у нас должен, чтобы когда желтый угол будет собран, нам нужно, чтобы он вот так вот был. То есть вот так вот. То есть если угол будет вот здесь, вот, это уже будет неправильно, у вас ничего не получится. Нам нужен, чтобы угол был вот так вот. Когда полоска, вот, мы, когда будем уже вот полоску собрали, нам нужно, чтобы она вот так вот стояла. Когда вот мы будем сейчас крест дальше собирать. Вот смотрите, когда мы будем уже собирать крест, у нас, видите, полоска по центру. Вот, будем ее
держать так. Вот так вот, если мы будем держать вот так вот полоску, то у нас уже ничего с вами не получится. Именно вот таким образом будем держать. Итак, что нам нужно делать? Держим вот таким образом наш кубик полоской. Вот так вот. И теперь делаем вот такую вот комбинацию. Переднюю грань роняем направо, эту от себя, эту налево. Теперь эту на себя, эту направо и эту налево. Вот, видите, у нас наша сторона вот эта собралась. Даже здесь у нас, нам повезло, у нас полностью сторона собралась. А вообще может получиться просто крест. Вот. И нам что осталось сделать? Ага. Теперь нам нужно... Давайте посмотрю, что у нас тут. Так, 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 так. Вот. Смотрите. Теперь у нас нам нужно собрать... чтобы вот эти стороны, то есть вот эти вот кубики центровые, были того цвета, какого грань. То есть вот здесь вот нужно еще зеленый сделать, а сюда вот красный. Каким образом мы меняем? То есть видите, у нас уже две собраны, нам повезло. Бывают те моменты, когда, допустим, просто оранжевый собран. Допустим, да, а вот эти вот просто в разноброс стороны. Что мы в этом случае будем делать? Мы будем делать ту же самую комбинацию, что и я сейчас вам буду показывать. Только смотрите, когда у вас одна сторона только собрана, мы вот этот, та сторона, которая собрана, мы должны будем ее держать с правой стороны. С правой. Не вот так, не сзади, не слева, не справа, не спереди, вернее, а только с правой стороны. Вот. И будем делать ту же комбинацию, которую я сейчас скажу. Вот сейчас у нас, видите, две стороны собраны. Когда две стороны собраны, то нам нужно, чтобы сзади и спереди вот эти были две стороны собраны. То есть, если мы поставим вот так вот, то есть одна будет спереди, другая справа, то у нас ничего не получится. И если, допустим, вот так поставим, что одна спереди, другая слева, то у нас тоже ничего не получится. Именно вот так вот, когда справа и сзади. Держим. И теперь будем менять наши кубики. Каким образом мы будем менять, я вам сейчас покажу. Итак, что мы делаем? Так, эту от себя, эту налево, эту на себя, эту налево, эту от себя и эту два раза налево. И вниз. Так, и смотрите, что у нас получилось. У нас, видите, все грани наши с вами совпали. Вот. И теперь нам нужно будет поставить только вот эти вот кубики на место. Каким образом? Сейчас вам тоже покажу. Так, сначала давайте посмотрим. Видите, они у нас все стоят не на своих местах. То есть, что значит не на своих местах? Когда будет на своих местах, когда, допустим, вот здесь будет... на этот кубик будет оранжевый, допустим, что у нас тут, синий и желтый, да? То есть они просто будут даже перевернуты, не так, как нужно, но цвета будут тех граней, на каких они находятся. Сейчас я вам покажу. То есть сейчас нам нужно поставить их сначала на свои места. Каким образом мы будем это делать? Итак, нужно запомнить просто вот эту комбинацию. От себя направо, от себя налево, на себя направо, на себя налево. Вот, что у нас смотрим. Смотрите, вот один, про что я до этого говорила, один кубик у нас встал уже на свое место. То есть, смотрите, здесь желтый, здесь синий, здесь красный. Просто мы его потом переворачивать будем, но он стоит уже на своем месте. Все остальные кубики стоят не на своих местах. Поэтому мы приводим их к тому, ну, хотя бы к такому виду, чтобы они стояли просто на своих местах.
Тот кубик, который у нас уже собран, мы его оставляем с левой стороны. То есть теперь у нас будут передвигаться только вот эти кубики между собой. Этот мы уже вот трогать не будем. Поэтому он у нас с левой должен стороны стоять. Вот. И что мы делаем? Такую же комбинацию. От себя направо. От себя налево. На себя направо. На себя налево. Вот. Что у нас? Вот, видите, этот уже тоже. Тут зеленый-зеленый, желтый-желтый, красный-красный. Да, только нам нужно перевернуть. А вот с этой стороной нам прям вообще повезло. Видите, они у нас уже встали на свои места, куда нужно. Вот, теперь нам наша задача перевернуть вот эти вот кубики. Так, напоминаю, что вот эта сторона, которая у нас уже все, кубики стоят на своих местах, мы держим ее с левой стороны. А эти, которые нам нужно просто перевернуть, ну, с правой стороны, как мы теперь их будем переворачивать? Нижнюю налево, верхнюю вниз. Нижнюю направо, верхнюю наверх. И таким образом. Налево, вниз, направо, вверх. Налево, вниз, направо, вверх. Налево, вниз, направо, вверх. Вот, видите, мы добились того, что наш кубик перевернулся и встал так, как нужно. На вот этот вот беспредел, который у нас здесь творится, мы совсем не обращаем внимания. Он у нас потом исчезнет, все у нас будет хорошо. Вот, теперь мы этот, когда кубик сделали, мы кубик все время теперь держим так, не переворачиваем его никуда. Как держали, так и держим. Только теперь вот этот угол, с которым нам нужно работать, поворачиваем сюда, чтобы он у нас был справа сверху. Вот, и делаем ту же самую комбинацию. Налево, вниз, направо, вверх, налево, вниз, направо, вверх. Вот, видите, у нас этот кубик тоже встал на свое место. Теперь что нам нужно? Просто собираем, и все, наш с вами кубик готов. Ну все, мы рады, что вы рады, и очень рады, что мы собрали. Да, какие-то такие слова. Если у вас остались какие-то вопросы по сбору кубика Рубика, то пишите их в комментариях, я посмотрю, если что, запишу еще отдельное видео непосредственно по вашим вопросам. Также не забывайте подписываться на наш канал, ну и, конечно, ставьте пальчик вверх. Ну все, пока-пока!